Вітаю, шановні друзі, в студії Катерина Трегубова, а програма наша називається «Гаряча лінія». Я дуже рада, що у нас сьогодні гості, а гості у нас такі. Сергій Веремеєнко, волонтер, і Володимир Сотня, командир аеромобільної розвідки батальйону «Київ-1». Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про волонтерську діяльність, про допомогу нашій армії, яка відбувається з боку наших волонтерів, наших небайдужих людей. Сергей, давайте начнем с вас. Какая была поездка самая-самая крайняя, как вы говорите? Где вы были? Что делали? Как вообще обстановка? Что вы увидели? Ну, крайняя поездка, она у нас как бы в последнее время определенным маршрутом. Мы были и на 93-й бригаде, и 28-я бригада. Это ребята, это Красногоровка, Маринка, Пески. Провозили им продукты питания, овощи, витамины, домашние посылки. Приветы от родителей, от нашего города, как говорится, от нашей области. Были у ребят в Киев-1, которые, в принципе, благодаря которым мы передвигаемся там безопасно, мы передвигаемся там без проблем, мы не спотыкаемся о какие-то неприятности, потому что, ну, когда ты идешь плечом к плечу с человеком, который владеет обстановкой вокруг, где ты находишься, то это намного лучше, намного увереннее. Проще добраться до ребят, есть понимание, сколько времени, где можно находиться, где можно задержаться, посидеть кружку чая с ребятами, попить, потому что безумная нехватка у ребят внимания. Внимание как помощь, так и внимание морального, где ребятам хочется уже от усталости просто говорить ни о чем. Не говорить о войне, не говорить о вот этих взрывах, об обстрелах, о минских договоренностях, а просто поговорить ни о чем, посидеть, порассуждать, даже просто на ту тему, как пролетела птичка над головой. Потому что... Вы занимаетесь вашим видом деятельности вот с самого начала, да, вот с самого начала антитеррористической операции. Неоднократно мы были, мы общались в этой студии со мной и с нашими коллегами. Как меняется обстановка и как меняется ваша помощь вот на протяжении вот этого года, уже больше, чем год? Что меняется, чего продолжает не хватать, чего уже достаточно? Чего хочется уже тоже получить нашим ребятам там? Что изменилось? Вот ваша, допустим, такая корзина, да, которую, скажем так, такую, да, такая потребительская корзина, вот то, что вы туда возите. Потому что, в принципе, как бы логически должно было измениться. Должно стало быть лучше, правда же? Логически. Война – это, может, я грубо выражусь, это большой крокодил. Кашеблот, который потребляет и ни конца, ни края не видно. Изменения есть в лучшую сторону в одном, и по мне так это самое важное, это в душе у ребят, в их настроении, в их понимании, в их опирании моральном, да, рассчитывание там на определенно там на кого-то там, на волонтеров, у кого-то на своих родственников, у кого-то на предприятии, на котором он работал и ушел, да. То есть у ребят мысли совсем другие, они понимают, что они там делают, они понимают, что это безумно тяжело. Даже в процесс нехватки той же формы, той же обуви. Обувь могут выдать, а она может порваться на следующий же день. И порваться не потому, что человек там безлаберно к этому относится, а потому что такие условия. Качество. Потому что просто даже то же качество, просто даже тот же осколок, тот же просто рабочий момент, где он бежал, шел, прыгнул, вот, порвалось, все. Все, вот это большая проблема. Большая проблема потом найти пересменку, добиться, чтобы ее дали, или это вообще у некоторых невозможно. А так, нехватка большая, нехватка именно в форме, нехватка именно в обуви, нехватка в тепловизорах, в биноклях, это все оно потребляется. Да, продолжается нехватка того же самого, что и было в начале. А, опять же, тогда вот тоже возникает вопрос. Представители Министерства обороны, представители и волонтерских организаций, также и того же совета волонтеров, который работает при Минобороне и при нашей облгосадминистрации, в принципе, рапортуют иногда тогда достаточно радостно о том, что вот мы улучшили поставки того-то, того-то, мы заключили договоры с теми-то, которые вот будут просто замечательного, прекрасного качества, несносимого, неубиваемого качества будет и форма, и берцы, и вот все, вся аппаратура, все оборудование, которое нужно на передовой. И опять же, ну, как бы мы общаемся с теми людьми, которые находятся там, у каждого, я думаю, наши телезрители, да, практически у каждого, наверное, есть знакомый, есть родственник, который там сейчас находится, сосед, одноклассник, и слышим совсем другое.
Так и есть. Вот как вы считаете? Вот я понимаю, что, наверное, обидно, да, возмутительно. А почему так? Возмутительно только в том формате, что, знаете, ребята, они, у них там другое измерение жизни, у них другие ценности и у них другое восприятие. Ну, естественно, они не откажутся, да, у меня плохого качества формы, а я буду ждать. Самое, что главное, хороший. Они верят, когда им кто-то обещает, тоже Минобороны, да, да, или но там, терпение не бесконечно. Они верят в то, что они обещают и для них это сделают. Они этого ждут, когда это будет, когда заедет хорошая техника, когда зайдут там нормальные броневики, когда заедет хорошее обеспечение, они этого все ждут. И то обеспечение, с которым на сегодняшний день они стоят на позициях, и стоят они с гордо поднятой головой, а если им дать нормальное обеспечение, то они не просто будут стоять, они будут идти. И идти они будут не потому, что там дадут приказ, а потому, что та сторона будет видеть эту мощь, эту силу. Сила в данный момент, на сегодняшний день, это в наших бойцах, в наших ребятах, те, которые стоят на войне. Вот это является силой государства, гордостью, и важнее, по-моему, на сегодняшний день ничего не существует. Вы занимаетесь, опять же, да, вот этим уже на протяжении, наверное, вы знаете все нюансы уже, как человек, который постоянно там бывает, кстати, вот поездки, они раз, как, в неделю, в две, бывает чаще, такое, что мы не доезжаем до Николаева, разворачиваетесь и уезжаете, вот тем более, то есть вы знаете буквально, вот, ну, каждый, наверное, миллиметр, каждый вопрос, который могут задать, да, вы его уже предугадываете, ну, вот до какой степени, может, вы предугадаете мой вопрос, да, до какого же все-таки, ну, до какой степени будет это продолжаться, что обещаю, да, но вера, она не бесконечна, терпение, оно тоже не бесконечно, человек истощается, тем более, пребывая в постоянном психологическом напряжении, теряя товарищей, иногда, ну, наверное, иногда просто из-за того, что, да, вот эта форма, она горит. Или там эти берцы, они рвутся неудобные. В самые неудобные, да, в них можно упасть, в них можно пошатнуться как-то, куда-то не туда попасть. Вот гласит, сколько что... вообще вот эта вера вот может жить в человеке, ну, вера, в ваших товарищей? Вера, она будет бесконечная, пока будут волонтеры. Пока будут ребята ездить, вот, мужчины, девушки, без разницы, волонтеры, пока они приезжают к мужикам, пока они им уделяют внимание, они будут доверить. Пока мы буквально сегодня вот разговаривали, безумное количество людей, которые могут помочь хотя бы той же молитвой, молятся за ребят. Пока за них народ молится, пока народ помогает, то ребята будут верить. На сегодняшний день собрать какую-то либо помощь, это уже тяжелее намного, чем это было раньше. Это и вправду тяжело. Самое неприятное, что мне оказалось так, что сейчас вот в преддверии вот тех же самых предвыборных, да, каких-то там агитациях, что после выборов вообще это все не остановилось. Не остановилась волонтерская помощь. И забыли, что там, оказывается, там же ж ребята есть, надо же им помогать, надо вести, что-то искать. А сейчас собрать ту же самую сумму денег, купить тот же тепловизор, да это вообще невозможная цифра. Даже физически, если это были люди, транспорт, которые... Транспорт, машины, да, на которых ребята передвигаются, там работают, она съездила туда, приехала вечером обратно. Стоим, пожимаем плечами, где найти, как быстро сделать. Машина, которая стоит без дела... Это уже вред. Это вред тем же ребятам. Это не то, что не помощь. Это осознанное препятствие выполнения то есть боевых задач ребят, да. Там все, понимаете, человек, который там ни разу не был, например, был там в глубоком тылу, и не видел реально позиции нулевых, и как ребята работают, на чем работают, на каком патриотизме они работают, и у них все решается на ходу. У них нету такого, что они могут там сесть, закиснуть и сказать, да нет, это невозможно, мы туда не пойдем, мы туда не полезем. Они это встают, они это делают, приходят обратно, ложатся спать, просыпаются опять с новыми вопросами, опять с новыми надеждами. Такое ощущение, что это будет бесконечно. Но хотелось бы, чтобы это бесконечно, я хоть где-то горизонт показал. Конечно, это всем хотелось бы, будем надеяться, что так оно и будет. Владимир, вот как раз как так получилось, что перешли к этим проблемным вопросам просто сразу же, да, то есть хотели немножко, может быть, поговорить о чем-то таком более жизнеутверждающем, скажем так, о той же моральной, да, обстановке, о моральной поддержке, но все-таки все скатывается к тому, что без материального, к сожалению, да, то есть без вот этих решения, этих проблемных вопросов, ну, не скажем, невозможно там находиться, возможно, и вы там находитесь, и своими действиями подтверждаете, что это возможно, но очень тяжело. Вот чего не хватает вот конкретно вашему, допустим, подразделению? Потому что, наверное, у каждого подразделения свои проблемы большие. Ну, Министерство внутренних дел обеспечило всем тем необходимым, что в чем нуждается. Во-первых, простой рядовой, простой солдат.
простой служащий органов внутренних дел. Да. И государство пытается, старается всеми возможными силами обеспечить, но, конечно, этого недостаточно. По большому счету, по большим проблемам, тем, которые столкнулось сегодняшнее общество, государство. Дело в том, что мы-то обеспечиваемся народом непосредственно. Народ нас на сегодняшний день полностью обеспечивает. И мы зависим от тех налогов, от тех ситуаций, в которых находятся, в тех рамках, которые мы заведены. И поэтому непосредственно волонтерская помощь, та, которая рассказывает нам Веремеенко, она действительно, она нужна, она необходима. И только благодаря таким ребятам, которые не, скажем так, не пиарятся прямым языком, а которые выполняют свой долг, просто человеческий долг, многие бойцы, многие солдаты, они себя чувствуют защищенными на сегодняшний день. Потому что без их помощи ничего на сегодняшний день невозможно. Та же техника, те же запчасти. Практически ребята моментально привозят и дают возможность выполнять боевые задачи. Потому что боевые задачи, допустим, ставятся секторами. Вот, непосредственно руководителями, получаем боевые задачи, согласно которых мы должны выполнять, но ждать помощи, которая идет месяцами, вот, ее тяжело ждать. И техника, без техники практически большие объемы и большие километражи, они невыполнимы, потому что, допустим, выезжает определенное число людей батальона «Киев-1», и они выполняют задачи поставленные, а территория, которая, она несоизмерима с теми людьми, которые выходят на боевую службу. Вот, мы имеем в виду технику, это наземную, да, то, что, да. Ну, те же, там, я не знаю, вот БТРы, да, машины, на которых вы выезжаете, транспорт. Куда нужно. Транспорт. Вы в своей деятельности пользуетесь беспилотниками, правильно, да, для осуществления разведывательных действий. Вот с беспилотниками, я знаю, вот так, как мне сказали, когда мы готовились к эфиру, да, когда мне о вас рассказывали, вот, что достаточно большая проблема, ну, и это, в принципе, понятно, их сбивают, да, они могут упасть и самостоятельно, там, при какой-то, там, может быть, плохой погоде или зацепившись за что-либо, или столкнувшись с чем-либо. Как пополняется их парк, за счет чего и насколько это сложно, и насколько возможно его пополнить быстро, оперативно, для того, чтобы дальше работать. Это изначально очень сложная ситуация. И вообще, я где начинал... они берутся? Вот, кстати, да. Вот, потому что... Я свою деятельность начинал с Чубакой, буду называть по позывным. Позывным. Mm-hmm. Почему? Mm-hmm. Потому что есть семьи, есть люди. Вот. Но все те, кому необходимо, они знают эти имена. Этих героев действительно это волонтерское движение. И непосредственно вот первые беспилотники с помощью Чубаки, с которым я непосредственно работал, и техника наземная тоже давалась непосредственно. Это киевские волонтеры, которые с первого дня войны они находятся на фронте. Как они с Майдана вышли, так они на фронте. И по сегодняшний день много, конечно, ушло воды, много уже ребят потеряно, и уже не вернуть. Чубака тоже у нас погиб трагически при выполнении боевой задачи. Он был настоящим волонтером, настоящим патриотом Украины. Тяжело терять таких людей непосредственно. Они помогают. На сегодняшний день дальше ребята. Есть Сергей, который выполняет по Киеву. Есть Зубенко, который выполняет по Киеву задачи по беспилотным аппаратам. Вкладывание денег. Конечно, тяжело, когда ты находишься в стадии войны уже год. Ну, иногда финансы имеют такое свойство, они заканчиваются, да?
И без помощи волонтеров невозможно на сегодняшний день ни запчасти купить, ни купить сами аппараты. Нет, у него руки настолько золотые, что он бывает даже говорит, что он уже не взлетит, ага. А на утро смотришь на аппарат, он летит. А кто вы по образованию? Вы кадровый военный или есть гражданская профессия? У меня есть гражданская профессия, у меня есть... Я юрист. Угу. Вот, 20 лет я проработал в органах внутренних дел. А техника это было увлечение, я так был, понимаю, да? Я был следователем, прошел от работника патрульно-постовой службы, потом розыск. Потом следственная практика, практически следственная практика около 18 лет. Вот. Потом большой перерыв был, вот около 5 лет. Я был на гражданке, работал во многих отраслях, вот, где необходимо, где чувствовал, что там необходима моя помощь. Дальше, когда начался Майдан, был на Майдане в сотне, состоял в офицерской. И с офицерской сотней потом дальше уже пошел, работал с Чубакой, который занялся непосредственно первым на Украине беспилотными летательными аппаратами. И с ним уже разрабатывали дальше. И дальше так сели один день, посоветовались. А говорит, давай все-таки ты вернешься в органы внутренних дел. И там начнешь понемногу. Я тебе помогу, будешь... заниматься беспилотными летательными аппаратами. Вот смотрите, вот сколько их нужно, ну, вот в идеале, да, для того, чтобы нормально работать, вот сколько их надо? Ну, как для нашего непосредственно подразделения, их необходимо хотя бы 3. Ну, 3 – это должен быть крыло, то есть самолет, должен быть коптер, либо гекса, либо окта. Это как бы для ближней разведки. И до разведки, и для детального разбора. А крыло, оно нужно для того, чтобы выполнять дальние задания. Когда ты на 50 километров пролетел, собрал информацию, можешь ее обработать, и уже потом с помощью маленького аппарата можешь доработать, более детально разобрать, понять, чтобы... Это все необходимо для того, чтобы народ понял, что каждый беспилотный аппарат – это 100, 200, 300 жизней бойцов на передовой. Даже больше. Иногда и полка. Поэтому Плюс профессиональная работа. Они необходимы, да, их очень нужно, чтобы они работали каждый день. Постоянно действующих надо 3, да, вот, которые они, постоянно да, бы работали. Они работают. Да? Иногда бывало так, что... Я выезжал в 3 часа ночи, чтобы добраться до того места, где необходимо сделать какую-то работу по аэроразведке. И так практически все, те, которые на сегодняшний день работают на передовой, они в таком режиме работают. Это час ночи. Приезжаешь в час ночи, бегом поставил на зарядку аппаратуру, посмотрел уже те дефекты, которые образовались, устранил их, и в 3 часа ночи выезжаешь опять. Никого не волнует, на чем ты выезжаешь, как ты выезжаешь, но ты должен доехать, потому что есть боевое задание, ты его должен выполнить. Поэтому вот благодаря Веремеенко, да, Сергею, опять же, вот, и другим волонтерам, которые приезжали, и, кстати, ваше телевидение тоже приезжало, вместе с нами неоднократно выходили на боевые задачи. Но самая главная задача командира, любого командира, это обеспечить безопасность тех граждан, которые находятся с тобой. И непосредственно своих бойцов, которые находятся, опять же, в охране, в обеспечении безопасности твоей же. Сколько у вас в команде человек, вот в вашем подразделении? Ну, у меня непосредственно 3 человека на сегодняшний день, которые выполняют задачи, но и обеспечение смежники около 10-5 человек, ну, смотря какое задание. Дело в том, что непосредственно мы выполняем с 93-й бригадой, с 28-й бригадой, с 95-й бригадой. Ну, куда приезжаем, в какое подразделение, у нас есть боевое задание, у нас есть слаженность с этими подразделениями,
С комбригами есть договоренности согласно начальника сектора. И только по ихнему разрешению мы выполняем дальше то, что ставит командование сектором. Почему это происходит? Потому что они знают, полностью владеют боевой ситуацией. Много минных полей на сегодняшний день, которые так называемый российский мир нам помогает жить, русское нашим бойцам. Они каждый день обновляют минные поля, потому что и уже неизвестно, куда ты идешь, где ты становишься и на чем ты можешь оказаться. Очень много бойцов погибло именно в таких ситуациях, когда знают, что там ничего не заминировано, приходят, оказывается, все заминировано. И ты останавливаешься, и здесь плюс еще идет обстрел, как говорится, отвели тяжелую артиллерию согласно минских договоренностей, но почему-то российская сторона не отвела. А БСЕ приезжают. Чем они занимаются, тоже непонятно, потому что днем они приезжают, все тихо, войны нету. Только они уезжают, начинается война. И это после 6 часов вечера и до 4, до 5 часов утра ребята обстреливают. Практически да. Те ребята, которые находятся на передовой, на передку, как у нас говорят, они не спят, они бдительно несут службу для того, чтобы это дальше не вот эта зараза, вот эта чернота не прошла вглубь нашей Украины, не заняла новые территории. Вы же посмотрите на такую ситуацию, что творится в Донецке. В Донецке просто уже вырезали весь металл, да. И на передовой вырезанный весь металл. Там, где ступают нога российских, так называемого, освободительного движения, да, русского мира, там все воруется. Люди, которые приезжают с Донецка, они говорят, а вы попробуйте пойти, давайте поменяемся, мы придем жить на свою родную землю, вот. А вы попробуйте хотя бы день проживить на Донеччине, в Донецке непосредственно. Давайте все-таки вернемся к вашей непосредственной деятельности, да, да. И то чего хватает, чего не хватает, по ротации, вот вы сколько там, вот ваша команда, то есть вас коснулась вот эта вот пролонгация конечного срока демобилизации? Дело в том, что кого-нибудь из вас, из ваших ребят. Наш батальон работает с первых дней на передовой. Ротации были, да? Да, у нас были ротации. Мы защищали и зачищали Славянск. Вот, практически очень много было сделано работы, и после выполнения основных задач нашими бойцами. Вот, ребята оставили в Славянск, передали другим подразделениям, которые продолжают на сегодняшний день работать. На сегодняшний день стал такой вопрос, чтобы работать по Донецкому направлению, это, скажем, от Курахова и вверх и вниз, где ребята работают, не буду посредственно раскрывать, где наши работают ребята. Но они выполняют полностью и целиком те задачи, которые поставлены Министерство внутренних дел, президентом, поставлены народом прежде всего. Мы защищаем народ прежде всего. Мы выходим, работаем от третьей линии обороны и до первой линии обороны. Мы выполняем свою работу вместе с теми подразделениями вооруженных сил Украины, которые находятся и выполняют непосредственно свои задачи и функции. 2 минуты у нас остается до конца нашего эфира, до конца нашей программы. У каждого из вас есть по минуте, чтобы сказать друг другу какие-то хорошие слова, да, и обсудить дальнейшее сотрудничество, которое, конечно же, будет продолжаться. Вот как вы его видите, как оно будет продолжаться? Ну, непосредственно хотелось бы пожелать всем волонтерам, чтобы они оставались действительно волонтерами, народными волонтерами, а не теми, которые приехали на день попиариться, развернулись и уехали. А ребята просто ждут. Нам необходимо, первое, это помощь ваша духовная,
чтобы вы приехали и поддержали духовно, чтобы люди, с которыми вы работали, они потом не разочаровывались в вас непосредственно. Потому и мы, огромная наша просьба к вам, коль вы уже приезжаете к нам на передок, оставайтесь настоящими украинскими братьями и сестрами, потому что много приезжают красивых девушек. А для бойца что такое почувствовать запах родной земли, близкой красоты и общения? Главное – это духовная поддержка ваша. Это бойцам очень необходимо. Спасибо. Большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы делаете, передаете нам продукты питания, помогаете обувью, помогаете одеждой. Это все необходимо. Почему? Потому что оно быстро изнашивается в той обстановке и приходит в негодность. Поэтому, как уже говорил Сергей, оно все, как говорится, война – это большой крокодил, действительно. Вот. Большое спасибо вам спасибо за помощь. Сереж, у вас меньше. Я хочу сказать вообще большое спасибо всей Николаевской области, потому что и вправду есть люди, которых мы по сегодняшний день даже не знаем в лицо. Это факт. Они звонят, спрашивают, интересуются, как лучше помочь. Перекинуть средствами, привезти, передать. Спасибо большое, огромное тоже столице за таких ребят, как Киев-1. Потому что в идеале... добраться не так просто. Главная задача – добраться и вернуться обратно живыми всей командой, которой ты туда приезжаешь и возвращаешься. Низкий поклон всем, кто истинно верит и ждет с нетерпением, просыпаясь каждое утро, надеясь на то, что скоро вот-вот она кончится, эта война. Злая, ненасытная и ненужная никому. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам сегодня. Хорошего вам возвращения, потому что вы обязаны вернуться туда-назад. Естественно, всем, кто с вами работает, всем, кто с вами служит, только здоровья, только жизни и только скорейшего возвращения домой. Вам спасибо. Здоровья. Большое спасибо за то, что вы не теряете ни надежду, ни уверенности в том, что дело правое и... все-таки мир наступит очень скоро. Будем надеяться на это. Спасибо вам еще раз. Приходите к нам. И уже приходите к нам вот в мирное время. И будем обсуждать вот только мирные, хорошие вопросы семьи, любви, здоровья. Всего самого-самого хорошего вам. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. І пам'ятайте, що допомога наша з вами, допомога один одному, це те, що дає життя і робить життя наше з вами повноцінним, наповненим щастям, наповненим змістом. Я хочу побажати вам, щоб дійсно все наше життя, кожна наша дія була наповнена благородним змістом. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.